Что же это достало, эту коробку, боже. Да разбить ты уже, ну достало реально. О, ой. Ребята, вы уже здесь? Ну тогда привет. Приветствую вас на канале своем. Да, если вы сюда случайно попали, то подпишитесь, поставьте лайк. А сейчас я хочу купить что-нибудь здесь. В прошлой серии я заглядывался, там цена 800 была у коробки с непонятно чем. У меня всего лишь 300 патронов. И хочу я купить, знаете что, наверное, куплю ножики. А пока что я хочу полутать эти коробочки. Может, там что-то интересное будет. Я знаю, что вам будет скучно смотреть это, поэтому я это ускорил, обрезал ненужные кадры. И сейчас я полутаю шкафчики. И что же тут у нас? Патрончики. Хоть что-то нашел. Уже радует. А сейчас, как вы любите, драка с музычкой. Пора бы порезать эту коробочку ножиком. Кстати, это тот ножик, который я купил. И спойлер, потом я один из ножиков потеряю, там их было два. Да, я молодец. Пора бы и сохраниться. Внимание, сейчас будет лучший прыжок в мире. Хорошо, что еще в шредер не упал. Итак, сейчас мне нужно вот эту вот палочку передвинуть, ну, вон, примерно в тот конец. А сейчас я поставлю этот красный куб на красный бутон. И будет очень красная куб-бутон. Да, кринжаново лить я умею. Забрался по коробке вентиляцию и... Окей, тут какой-то ящик. И что-то говорит челик. Мне очень интересно, что в этом ящике. Тянем за штучку и... О боже, тут этот автомат. Пес, повезло. Еще тут пачка ульты. Ладно, шучу, патронов. Я считаю, в такой ситуации самый момент взять этот автомат. Конечно же, его надо перезарядить, патрончик встать и настрелять. Собственно, что я сделал. Да. О, что, он жив? Ладно, окей. Где нож? Кстати, я говорил, что один останется. Да, покупал за 110, получается, один нож сколько стоит? 55? Ладно, перестану заниматься фигней и сейчас покажу вам прикольную комнатку. Вот, обратите внимание, все вещи тут из пикселей, видите, бочка какая. Это, наверное, какая-то, типа, отсылка на то, что есть такие игры или... Ну, в общем, я про это не шарю, конечно. А тут произошел нежданчик, такого я в своей жизни не ожидал. Меня заперли в какую-то коробку белую. Я уже думал, меня в тюрьму везут, или куда хуже, морг, а я, оказывается, в мусорку. Блин, хорошо, что я упал не в мусорку, а то бы мусором стал. Если есть смертельный прыжок, то это что, живучий? А, ну, походу, да. Ладно, давайте, всем до встречи, наверное, потому что больше видео по этой игре, ну, именно по прохождению, не будет, потому что мне уже впадлу делать. Поэтому будут только в сандбоксе всякие вещи, там, модики прикольные всякие, еще там что-нибудь, вот, а тут уже всего с этой игрой, поэтому мне лень, вот, ну ладно, не буду вас задерживать, подпишитесь на канал, кстати, и комментарии, обязательно, все, всем пока.